чего же смело Тиранорекс? С любым вопросом к Тому мы идем, идем. Вики все считают самой милой, ну а Пинда шустро мы зовем. Если где-то оказались малыши в беде, то им поможет команда Дина. Непременно всех спасут в небе и в воде, выручат нас, ведь это же Дина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Лучше нас команды нет, вы запоминайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эй, Дина, встречайте! Да чего же смело Тиранорекс? С любым вопросом к Тому мы идем, идем. Вики все считают самой милой, ну а Пинда шустро мы зовем. Это Дина, вместе встречайте нас! Команда Дино. Миграция мамонтов. Часть первая. Так жарко. Сегодня очень жарко, да? Мы даже не можем пойти на исследование. Сегодня погода как раз для мороженого. У нас нет мороженого, но как насчет вкусного клубничного сорбета? Чудесно! Хорошо, я приготовлю его вам. Нет льда. Как? Весь лед растаял. В холодильнике совсем не холодно. Должно быть, он сломался. Мы не можем сделать сорбет без льда. Ребята, а почему бы нам не сходить на ледяную гору и не набрать там льда? Точно! На ледяной горе полно льда! Собрались на ледяную гору? Отличная идея. Я давно хотел исследовать ее. Там слишком холодно для динозавров, но там может жить кто-то еще. Как это возможно? Здесь нет льда. Отчего же он весь растаял? О, нет! Планета Уруру нагрелась так сильно, что лед на ледяной горе растаял. Жара в эти дни стояла нешуточная. Как же нам теперь быть? Я не могу сделать сорбет без льда. Что случилось? Что это такое? Чей это гигантский след? Это странно. Динозавры не могут жить в таком холоде. Тогда у кого еще могут быть такие большие ноги? Наверное, это монстр, только не это! Я говорил тебе, что монстров не бывает. Наука даст на все ответ. Что это за пещера? Она выглядит как логово настоящего монстра. Не бойся, Пинг. Мои суперзубы защитят тебя от любых монстров. Не оставляйте меня. Здесь холоднее, чем снаружи. Кажется, кто-то здесь живет. Интересно, что это за животное? Это монстр! Я тиранозавр! Не слишком ли холодно здесь гулять тиранозавру? Папа, а разве тиранозавры такие маленькие? Я не знаю, они всегда такие маленькие. Дорогая, как ты думаешь? О, нет, я никогда не видела таких маленьких тиранозавров. Может быть, это малыш? Верно, должно быть, это малыш-тиранозавр. Нет, я не динозавр, я Дина. Здравствуйте, мы команда Дино-исследователи, мы изучаем эту планету. Вы исследователи, мы мамонты. А это наша старшая, Мамом, и ее сестра Мэй. Приятно познакомиться. И нам приятно познакомиться. Семья мамонтов, как интересно. Д2, энциклопедию Дино, пожалуйста.
Мамонты были гигантскими млекопитающими, которые появились после того, как вымерли динозавры. Они, можно сказать, доисторические слоны с животами, покрытыми шерстью и длинными изогнутыми бивнями. Их мех позволял им выживать в холодных регионах. Так приятно повстречаться с настоящим живым мамонтом. Здесь есть еще ваши сородичи? Все направились на север, когда стало теплеть. Но почему вы все еще здесь? О, мы еще слишком мала, чтобы далеко идти, но нам скоро нужно будет отправляться, пока не стало еще теплее. Я немного волнуюсь. Мы вам поможем. С нашей помощью вы доберетесь туда безопасно. Правда? Вы можете нам помочь? О. Ну, конечно! Команда Дина, вперед! Пинк! Трансформация! Вики, трансформация! Хей! Ха! Том, трансформация! Рекс, трансформация! Профессор, мы скоро вернемся! Приятного путешествия! Мы будем ждать вас в лаборатории. На север! Вперед! Вперед! Папа, я поеду исследовать растения на севере. Хорошо, будь осторожна. Локи и Мисти останутся здесь со мной. Ага. Поехали! Будьте осторожны! Мэй, не беги, это опасно. Иди рядом с папой. Хорошо. О, непослушный ребенок. Иди ко мне. Давай пойдем вместе. Моя малышка! О! Дорогая! Мама! Сверло Дино! Вы в порядке? Да, спасибо большое. Мэй, скажи спасибо. Спасибо! Не за что! Ура! Мэй в лесу! Ой, ну здесь так жарко. А так лучше? Да, так здорово! Думаю, нам туда. Нет, дорогой, я не вижу следов других мамонтов. А здесь есть наполовину съеденные листья, поэтому предлагаю пойти сюда. Хорошо, пойдем туда. Господин мамонт прислушивается госпоже мамонт. Как и у слонов, в семьях мамонтов самки главные. О, понятно. Угу. Темнеет. Опасно продолжать путь. Давайте разобьем лагерь. Здесь хорошее место. Хорошо. Давайте тогда переночуем здесь. Поищу что-нибудь на ужин вместе с Мисти. Молодец.
Ура! Малиновое печенье! Малиновое молоко такое вкусное! А эти листья вкусные? Вау, это так вкусно! Так мягко! Звучит, как страшный хищный динозавр. Не бойся, Мэй. Если придет страшный динозавр, я нападу на него своими острыми бивнями. Нужно, чтобы они сначала у тебя выросли. Ты прав, папа. Когда у меня вырастут такие же бивни, как и у тебя? Не переживай. Скоро и у тебя вырастут бивни. Да, а как скоро? Завтра? Послезавтра? Через неделю? Если хочешь, чтобы выросли бивни, нужно ложиться рано спать. Хорошо. Всем привет! Давайте споем песенку про динозавров. Лохматый мамонт мехом весь покрыт, на ледниках холодных он живет. Его длиннющий хобот до листьев достает. Предок далекий семьи слонов. Бр-бр-бр, холодно. Лучше пойдем мы скорее на юг. Затряслась вдруг земля. Значит, лохматое стадо бежит. А рядом с хоботом что? Бивни его. Они острые белы, очень длинны. Однако с помощью бивней своих мамонт находит себе друзей. Лохматый мамонт мехом весь покрыт, на ледниках холодных он живет. Его длиннющий хобот до листьев достает. Предок далекий он слонов. Мамонты. Озвучено по заказу CLS Media в 2020 году. Храбрый капитан.